Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами и Павел. И мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру город Фиксики город. Герои. Фиксики город. Мася, Игрек, Верта, Симка, Чпуля, Нолик, Пайер. Фиксики спешат на помощь. Мистер Кис, давай приступим. Давай поможем фиксикам. Конечно. В Фикси городе шторм. Новые задания, мистер Хис. Очень хорошо. Вот они. Новые происшествия. Скорее за работу. Вперед. Успей нажать на жучку, пока она ловим не жучку. Жучек. Их много. Это точно, что пара пустяков. Пара пустяков. Это кажется. Отлично. Давай собирай, мистер Хис. Собираю. Это пара пустяков. Ну, прям уж пара пустяков. Да. Шпулька-фантазерка. Не знаю, мистер Кис. Да. Молодец. Нолик говорит, молодец. Это пара пустяков. Смешно. Молодец. Точно. Точно, Нолик. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий Фиксики Город. Порядочек. Порядок. Очень хороший порядок. Молодец, молодец, огурец. Даже не сомневайся. Да кто тут сомневается? Никто не сомневается. Вот все и сделали. Мистер Кис, ты справился. Конечно, справился. Очень хорошо. Я же молодец. Следующее задание. Так, что мы будем делать в следующем задании? На помощь к фиксикам. Что у нас тут впереди? А, такой порядок. Будем наводить порядок, мистер Кис. Хорошо. Давай, мистер Кис, наводи порядок. Фотоаппарат. Ты все знаешь. Молодец. Да. Мяч. Ну да. Смотрите, как надо. Коробка. Коробка. Книга. Ну да. Цветок. Вот так. Точно. Вазочка. Ага. Пылесос. Пылесос-сос. И что нам еще нужно сделать? Книги. Ага. Смотрите, как надо. Салфетница. Хорошо. И нам надо еще найти вазу. Где она лежит, ваза, мистер Кис? Не вижу. Ты не знаешь? А ты? Давай посмотрим повнимательнее. Давай. А, вот там игра подсказывает. Мы сразу не увидели с мистер Кисом. Ну, бывает. Отлично. Мы справились с этим заданием. Скорей, на помощь к фиксикам. Так. А это витаминки надо собирать, да? Заряди, ну, наверное. Фиксиков, энергии, витаминов. Зеленый. Давай заряжать. Фиолетовый. Давай. Зеленый. Красный. Фиолетовый. Это пара желтый. Это пару пустяков. Желтый. Красный. Фиолетовый. Молодец. Фиолетовый. Вот зеленый. Вот. Порядок. Желтый. Зеленый. Фиолетовый. Фиксик заряжен. Это пара пустяков. Это пара пустяков. Двое заряженных. Нет, теперь желтый, мистер Кис. Желтый. Я понял, понял. Все. Всех четырех фиксиков мы зарядили. Накормили витаминками. Далее. Приветствуем тебя, фиксик-городе. Фиксик-городе. Молодец, ты спас фиксик-город. Хорошо. Фикси когда будет следующее шторм. Задание? Шторм. Гроза принесла новые происшествия. Новых четыре задания. Ого. Давай слева направо. Давай. Кажется, здесь случилось утечка электричества. Я понял, утечка. Нажимай, нажимай. Нажимай, нажимай. Как можно быстрее. Да. Какая-то новая мелодия. Ну, да, по-моему. Отлично. Очень хорошо. Что, выполнили уже? Ты справился, мистер Кис. Ой, как быстро. Я только разогнался. Следующее задание. Ты вернулся. Ура! О, мы получили подарок. Машину. Вот это да.
Ой, теперь по нашему городу ездит машина. Очень хорошо. Ну, наверное. Уборка. Уборка? Уборка, уборка. Давай щетки, что ли, вначале почистим. Очисти. Давай. Щетка, грязь. Хорошо решаешь? Хорошо решаешь. Убери веником паутину. Даже не сомневайся. Убираю. А, давай грязь еще очисти уберем. Щеткой, давай. Грязь. Это пара пустяков. Так. Очисти щеткой грязь. А, где еще грязь? Очисти. А тут много где грязь. Ага. Так. Клей. Склей разбитые предметы. Отлично. Порядок. А паутину с правой стороны ты будешь убирать? С правой стороны? С правой стороны паутина. На шкафу. Посмотри. Вон тебе даже игра я подсказывает. Понял. Я не заметил фигуру. Веником паутинки. Порядок. Порядок, конечно, порядок. Склей разбитые предметы. Так, склей шкатулку. Склеил. А, теперь она... Чини отверткой да, сломанные нам предметы. Надо утюг починить. Чини отверткой сломанные торшер предметы. И порядок. Пылесос. И пылесос. Чини отверткой сломанные не, надо предметы. Кончиком навести. Чини вот смотри, сейчас тебе игра подскажет. Смотри, если... Подожди. Вот чини игра тебе подсказывает. Сломанные чуть-чуть предметы. Надо навести кончиком на вот, да, пылесос. Молодец. Теперь также наведи на торшер. Чини отверткой сломанные предметы. Вот, видишь, у тебя все получилось. Ну да. Молодец, мистер Кис. Отлично, мы справились, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий «Фиксики город». Привет, мне поставь лайк. «Фикси городе». Так, у нас новые еще два задания. Фиксики еще два, еще много будет. Помогите. Давай искать их. Давай. Раз, вот два. Она. Смотрите, как так надо. Ну, выше, наверное, мистер Кис, нет? А вот смотри. Отлично. Молодец. Угу. Вот так вот. Как я быстро всех нашел. Отлично, мы справились. Приветствуем тебя в Фикси городе. Железная дорога. Скорее помоги. Так, железная дорога. Ну да. Так, корову убираем. Да, я уже вызвал. Не подходит. Квадрокоптер. Молодец! Еще корову, да, и элемент дороги. Так, эту тоже корову надо убрать. Конечно, уберем. Сейчас вызовем. Вот это, секунду, да. И корову убирай. Смотрите, да, как уже надо вызвал вертолетик. Спасибо за подсказку. Так, отлично. Это пара пустяков. Конечно, ну, да, пара пустяков. Так, нам надо еще две рельсы положить, чтобы наш поезд не упал и не было никакого крушения. Да не будет, все будет в порядке. Спасибо, мистер Кис. Да. Ну вот, видишь? Ты просто молодец. Да, спасибо. Энергия доставлена в пункт назначения. Ну да, батареечки. Ура, ура, ура. И это задание мы выполнили. Прекрасно. И снова ждем новых заданий. Ребята, не забывайте ставить лайки. Скорее, на помощь к фиксикам. Молодец, ты спас фиксик город. Спасли. Смотри, сколько машин ездит, мистер Кис. Много. В городе шторм. Шторм, опять шторм. Новое задание, конечно. Ну, всегда будет шторм, да, но когда будут новые задания появляться. Понятно. Такой беспорядок. Опять беспорядок убираем. Надо расставить все предметы. Это быстренько, я умею. Пылесос давай сразу поставим. Мяч. Молодец. А, горшок с цветком, наверное. Или ты книжки хочешь поставить? Книжки. Ну давай книжки. Горшок молодец с цветком. Да, да, молодец. Ставь его сюда. Угу. А, что тут еще у нас такое? Да много чего. Вазочка. Вазочка. Салфетница. Молодец. А, все. А нет, это еще. Что такое у нас, я не знаю. Вот ящик вот этот с зеленым чем-то. А где это? Да вон, вот с левой стороны сейчас я возьму. Подожди, вот с правой стороны. Вот он, подсказывает. Да, подсказывает нам игра. Какой-то ящик. Да-да. Не знаю, с какой-то зеленью. Что-то кто-то выращивает фиксики. Может быть лук, может быть, я не знаю, какую-нибудь травку. Ты вернулся. Петрушку. Ура! С укропом. И салатиков. Заряди фиксиков энергии, витаминов. Давай, зарядим. Ну, сейчас. Надо ловить. Вот эти красный пузырики. Ну да. Порядок. Порядок, порядок. Красный, красный. Фиолетовый, зеленый, фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. Фиолетовый, желтый, зеленый, красный, желтый, красный, красный.
А красный не надо уже. Фиолетовый. Надо желтый. Зеленый и желтый. Желтый. Порядок. Желтый. Фиксик заряжен. И зеленый. Желтый. Зеленый, зеленый, мистер. Ты, фиолетовый. Ты торопишься. Зеленый. Да я не тороплюсь. И еще. Зеленый. Фиксик заряжен. Мы справились. Отлично. Приветствуем тебя, Фиксик. Ну в да. А, сейчас будем жучки. Кусачку. Нет. Води лучом света по экрану, чтобы найти кусаку. Кусаку, не жучки. Я думал, жучка это кусаку. Да я другое просто задание выбрал. Кусаку, ты слышал, она хрустит? Ну да. Ага, попалась. Которая кусала. Дальше. Кусаку. Кусаку, 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 кусаку. А, сверху, вот она. Где кусака? А вот она. Она такая хрусть, 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 хрусть. Хрустит. Да, мистер? Даже не сомневайся. Конечно, найдем мы тебя везде. С помощью нашего фонарика. И мистера Киса. А вот ты еще. Порядок. А вот она, вот она, вот она, вот она хрустит. Даже не то колбасу ест, то курицу ест, то вообще сыр ест. Смотрите, как ага. Надо. Это какие-то булочки, посыпанные кунжутом, наверное. Похоже. Сыр ест теперь она. Ну да. Молодец. Конечно, молодец. Это какой-то окорок, по-моему. Да, хамон. Колбаской она решила подкрепиться. А мы ее гоняем из разных мест. Она убегает. Да-да-да. Но мы решили эту задачу. Да. Мы молодцы с тобой, мистер Кис. Конечно. Еще бы. Приветствуем тебя в Фикси-городе. Вот теперь будет жучки. Вот жучки. Успей нажать на жучку, пока она да, не давай жучки собирать. Да, давай, 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 давай. Но все равно... Их столько надо поймать, они появляются в разных местах, надо успеть. Точно. Не торопись, мистер Кис. Молодец. Молодец. Мы сами знаем, что мистер Кис у нас просто молодец. Молодец. Да. Ну да. Порядок. Столько да. Их много. Точно, точно. Картина? Вижу. Где она? Сейчас будет тебе подсказывать. Телефон. Угу. Молодец. Хорошо, спасибо. Книжная. Так, так. Даже не сомневайся. Шкафчик за аквариумом. Ну да. За полочкой. Точно. Так, еще одну ручку поймать. Ну, наверное, все. Мы всех поймали. Да? Все? Ну что, мистер Кис, будем заканчивать. Ребята, до будем. Скорых встреч. Не забывайте пока-пока. Ставить лайки. Всем пока-пока. Увидимся. Подписывайтесь на канал Айк ТВ. И ставьте мне лайки. Пока.